тренінги для жінок просто розривають Ютуб. Як сподобатись чоловіку своєї мрії? Як спокусливо одягатись? Що говорити і як звабливо мовчати? І що із цих порад працює, а що ні? Сьогодні поговоримо. Жінка, коли на ній надето дорогое белье, коли вона розуміє, що під одеждою щось таке, від чого може взагалі сойти з ума будь-який людина, как-то это уверенности в себе дает. Вы сочиняете, да, то есть если вы очень бедная девушка, вы сочиняете, что вы не бедная девушка. Мужчины и женщины все очень падкие на деньги. Люди падкие на эти деньги. Поэтому нужно врать и сочинять, что у вас у папы есть какая-то фабрика, у мамы есть какой-то ресторан, у вас есть какой-то супербизнес. Но потом, когда он уже очнется и поймет, что все это как бы миф, вы уже будете на 9-м месяце беременности. Когда вы во время разговора с мужчиной начинаете шире открывать рот, то, как вы понимаете, у него начинают возникать разные ассоциации, разные сексуальные желания. А какие процедуры с чупа-чупсом? Ох, достаем чупа-чупс. І що робимо з чупа-чупсом? Чи дійсно такі фішки здатні звести з розуму будь-кого? Буває дуже по-разному. Для кого-то це стає сексуальним і привлекательним. Для мужчин більш зрілих і осознаних це може бути смішно і очевидно. Но на самом деле то, на що реагують мужчини, це більше на состояние женщины, да, що стоїть за всім вот этим. Если она наполнена, если она ресурсная, если она, ну, позитивна, если она уверенная в себе, да, и такая, которая кайфует самой от себя, вот это вот будет считываться в два счета и будет всегда манким и привлекательным. Но опять же, есть мужчины, которые не хотят рядом с собой таких женщин, для них нужны, ну, важны какие-то другие вещи, они счастливые и уверенные, возможно, несчастные, неудовлетворенные, для них будет, ну, более привлекательный вариант, несмотря на то, что мы все, да, транслируем, что одно и то же, какой-то единый образ, к которому все стремятся. На самом деле, сколько мужчин, столько и различных потребностей в женщине. Існує стереотип: чоловіків приваблюють яскраві сукні. Не серый такой блеклый, грязный, а именно вот сочный цвет. Сочный цвет, он кажется более дорогим, более качественным. Материал кажется более качественным. И цепляет мужчин сильнее, да, и быстрее. Поэтому я рекомендую, безусловно, одеваться в такие сочные цвета, это привлекает внимание. Мужчины любят глазами, без сомнения. Встречали, будут встречать всегда по одежке, и этим инструментом важно пользоваться, но пользоваться им правильно. Это будет большим заблуждением, да, если мы будем говорить, что есть только какой-то один образ, который является соблазнительным, сексуальным и привлекающим внимание. Конечно, будет джекпотом, ну, Lady in Red, красный total look. Ну, опять же, какой-то для кого-то это будет сильно перегруженный образ, слишком вызывающий, сексуальный, который, ну, вот, не всем понравится. Внимание привлечь, да. Но, опять же, какие у вас цели стоят за этим? Мне кажется, в первую очередь нужно быть девочкой. Лично я предпочитаю каблуки, юбки, красную помаду. Мой чек-лист внешнего вида девушки – это чистые волосы, возможно, распущенные, длинные, да, это супер. Ухоженные руки, как я уже говорила ранее, красивый образ в одежде, не слишком вызывающий. То есть должна быть открыта какая-то одна деталь, либо ножки, либо верх. То есть это должно быть такой легкой загадкой. И, естественно, самый важный мой пункт – это высокий каблук. Так, смаки у всех разные. Послушаем, что кажут чоловіки. Ну, наверное, каблучки. Так, где-то 15. Черненькая юбочка и белая блузочка. Я считаю, что девушка должна в первую очередь быть ухоженной. Должна быть одета, ну, это не должны быть какие-то вульгарные наряды. Мне кажется, для начала она должна быть естественной, то есть, ну, на ней не должно быть вот слишком много косметики. Почему? Потому что слишком много косметики всегда отталкивает. Девушка, которая правильно пользуется косметикой, которая подчеркивает свои черты, она всегда будет привлекательна. Просто чтобы выглядела легко и ухоженно, я думаю, этого достаточно. Я люблю всегда стиль строгий, скажем, там, интеллигентно, ну, типа такого. Не секрет, что мужчины любят глазами, да, это внешняя привлекательность, но это не означает то, что женщина должна обладать модельной внешностью. Потому как мужчины, они
больше любят женщину в целом, а не частями, да? Очень важно, чтобы женщина была естественна. Также очень важно, чтобы женщина была женственной, да? Женственная в каком плане? Вот, знаете, вот такая вот безмятежность, плавность движений, такая аккуратность, мягкость, чувство другого человека рядом. Такие женщины не притягивают просто как магнит. Більшість чоловіків не люблять надто відвертих образів. Яскравий макіяж не асоціюється із такою бажаною натуральністю. Тож, якщо прагнете сподобатись новому знайомому на першому ж побаченні, не зловживайте косметикою. Я познайомився з дівчиною, мабуть, яка дуже чітко так підчеркує свою форму тіла, допустимо, да, але це ні в якому випадку не має бути визиваюче. Да? Це буде плаття, але воно має бути таке casual, скоріше всього. Да? Вот. Это брючный какой-то костюм. Если это выходной день, почему бы там не джинсы и кроссовки? Главное для человека то, как он чувствует себя поряд с вами. Самым таким главным качеством она должна обладать – это сила вдохновения. У женщины это есть такой заложенный у каждой женщины потенциал вдохновлять мужчину. Да? Вот. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая была рядом, которая его вдохновляла, которая держала его за руку в каком-то проекте, в творческом начале, в подъеме вверх. Вот. Если научиться верить и вдохновлять мужчину, мужчине может просто пробудиться небывалый потенциал. Ну, а якщо вже всі лайфхаки по звабленню застосували, а познайомитись з гідним партнером так і не вийшло, психологи радять розібратись в собі. І не соромтесь бути відкритою до нових знайомств. Для девушки, которая находится в поиске, я бы, конечно же, для начала, чтобы создавать что-то новое, важно бы было бы разобраться с самой собой. А зачем мне этот мужчина? Какие потребности у меня есть, которые я не могу реализовать без его участия? Как я вижу наши отношения? Что там должно быть, чтобы приносило мне счастье и удовольствие? И не менее важный вопрос, что я могу дать этому мужчине, предложить взамен на то, что хочу взять от него? Да, чтобы это был такой вот равноценный энергообмен. И, конечно же, если я все время нахожусь в дефиците, если моя жизнь невыносима в одиночестве, если у меня нет никаких отношений с собой, то про какие-то качественные отношения с мужчиной не может быть речи. Да, прежде чем что-то создавать качественное, продолжительное и изобильное, прежде всего нужно построить отношения с самой собой, в которых вам будет комфортно, в которых вы не будете убегать и в которых не будет какой-то пустоты, которую нужно кем-то закрыть. Ты мне задала вопрос, как понравиться мужчине, но я хотела бы задать встречный вопрос. А зачем? Не нужно пытаться быть ярче всех своих подруг на вечеринке и привлечь мужчину красным платьем или высокими ботфортами. Просто будьте собой, и вы найдете своего мужчину. Чтобы понравиться мужчине, не обязательно брать какое-то самое вызывающее платье, самую яркую помаду. Будьте открыты, будьте искренни, будьте естественны, будьте вдохновляющие, и при этой формуле вы всегда не будете без внимания любого мужчины. Девочки, которые находятся на этапе построения новых отношений, которые открыты для нового партнерства в своей жизни, помните про то, что не цель понравиться мужчине, а цель встретить такого мужчину, которому с вами будет хорошо и которому также хорошо, с которым также хорошо будет и вам. Да, поэтому быть максимально естественным, чтобы не вводить в заблуждение того мужчину, предлагая того, чего у вас нет на самом деле, не одевая те роли и маски, в которых в дальнейшем вам будет тесно, а он будет испытывать разочарование, потому что я познакомился с тобой не такой. Да, правильных мужчин, которых будет созвучны вам, на самом деле в мире очень много. И обязательно встретится тот, который оценит вас такую, какая вы есть, без масок, ролей и притворств. А для этого у вас должно быть много любви и разрешения себе быть не ідеальною, быть такой, как вы есть, и демонстрировать это миру. Тож не треба грати чужі ролі, просто будьте собою. Це і є головний ключик від щастя.